Друзья, сейчас я хочу дополнить ролик информацией по поводу стоимости обслуживания мелкого ремонта моего автомобиля. Быстренько пробежимся, чтобы у вас сложилась правильная картина касательно этого вопроса. Значит, по тем элементам, которые подверглись ремонту или замене за 2,5 года эксплуатации автомобиля, озвученные цены даны с учетом работ и стоимости самих запчастей. Ремонт стартера 3800, замена передних ступиц 8500, замена бензонасоса 3000 рублей, замена задних диодов 500 рублей, замена ламп заднего хода 2000 рублей, лампы подсветки номера 500 рублей, всех колодок 3000 рублей, роликов и приводных ремней 12000 рублей, замена передних сайлентблоков 5000 рублей, замена дворников 1500, замена номерных рамок 500 рублей, замена подиума под номер 700 рублей, замена ламп противотуманок 3600, дважды, два раза я менял противотуманки. Вот все значительные затраты на мелкий ремонт. По поводу замены и ремонта двигателя я говорил уже неоднократно, есть ролики на канале более ранние. Замена и ремонт двигателя не обошлись в сумме 221 тысячу рублей, но я это не вношу в список обслуживания, в список поломок, потому что это, я считаю, собственная глупость. И на нормальной машине, если обслуживать, если менять масло, если следить за уровнем масла, двигатель не должен ломаться. Это не является обязательным условием эксплуатации автомобиля, замены и ремонта его двигателя. Также я потратился на покраску автомобиля, как я говорил, 65 тысяч приблизительно. Налог на автомобиль 53 тысячи в год и страховка еще 10 тысяч рублей в год. Но если говорить конкретно про мелкий ремонт обслуживания, я уже сказал, 40 тысяч рублей в год, ребят. Вот, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы оцениваете, дорогая машина в обслуживании получилась или нет. Еще раз, 40 тысяч рублей в год. Теперь хочу сказать про общее впечатление. Я могу как бы им поделиться. Два года и три месяца я владею автомобилем. Накопилось много эмоций. Первое, начну с плохого, это
расход у машины большой. После замены двигателя расход снизился, но он все равно большой, он бьет по карману. Расход в городе около 20 литров. Двигатель V8, напоминаю, 323 лошади. Расход в городе 20 где-то, и на трассе около 12 литров. По карману это бьет, конечно. Приблизительно это в два раза больше среднестатистических там, ну, класса эконом автомобилей. И еще очень неприятная вещь, это налог 53 тысячи в год. Я, к своему стыду, еще не платил ни разу налог, он мне приходит. Вот, соответственно, за два года я должен уже заплатить, на секундочку, около 110 тысяч. Это вот такая вот сумма, это, ну, серьезная штука. Если бы машина была хотя бы в два раза меньше по мощности, я бы заплатил, наверное, раз в шесть меньше. Ну, это серьезно. Но я знал, на что я иду, поэтому я с этим смирился. И на этом минусы для меня автомобиля заканчиваются. Остаются плюсы. После налога логически перейти к мощности, я иногда, я хочу быстро поездить, и машина мне дает возможность быть быстрее 99% потока. Если я прям хочу погонять, поездить, она едет очень бодро и хорошо. Это плюс, конечно. Это обратная сторона налога, и это ее мощность. Она... Хочешь ехать тихо, пожалуйста, ты едешь 2000 оборотов в минуту по тахометру, и при этом у тебя запас мощности огромный, ты обгоняешь любую машину. До 3000, в принципе, ездить можно вообще без проблем и обгонять всех. Если хочешь ускоряться, очень агрессивно ездить, пожалуйста, втапливай, она очень быстро, несмотря на массу. Дальше плюс следующий, это проходимость. Машина очень удобная для зимней эксплуатации, для летней эксплуатации, она универсальная, и зимой я могу парковаться где угодно, в сугробах, там, где заднеприводные, переднеприводные, низкоклиренсовые седаны, они, ну, никогда туда не заедут, и их потом не откопаешь. Конечно, я застревал на ней, но это по собственной глупости, потому что заезжал туда, куда не следовало заезжать. Возомнил просто себя владельцем джипа. И с лопаткой пришлось покопаться. Но все равно проезжает она везде, по любым дорогам, зимой, летом, по грунту, по... ездить по сельской местности вообще без проблем, по кустам, если там, ну, не боишься поцарапаться, единственное. Поэтому проходимость у нее отличная. Повторяюсь, универсальный автомобиль для зимы и для лета. Поэтому мне очень сложно с ним расстаться. Я периодически об этом задумываюсь. Но мне хочется зимой просто ездить нормально, нигде не застревать. Полный привод, мощность, клиренс. Это все в пользу этой машины однозначно. Следующий пункт – дальняк. У меня был, это третья машина, до этого было BMW и Opel, легковые седаны. Могу сказать однозначно, что просто организм не устает так, как уставал даже в BMW. Спина, там, копчик, вот это все, все дела, все болели, все болело. Когда я сажусь за эту машину, еду в Москву из Воронежа, там 500 километров, я проезжаю, въезжаю в Москву, я не чувствую, ну, сравнительно никакой усталости. Я могу потом еще поехать в область, поездить по Москве без проблем, и это будет нормально, у меня организм чувствует себя хорошо, поэтому машина для дальняка очень комфортная, посадка удобная, контроль скорости, вот это вот круиз-контроль, они тоже помогают расслабиться. Сиденье регулируется там в огромном количестве плоскостей, поэтому однозначно машина для дальняка очень удобная. По поводу салона. Салон люксового автомобиля, но 12-летнего люксового автомобиля. По коже, конечно, на водительском сиденье есть нарекания. Есть нарекания, может быть, по вместимости салона, потому что это, ну, некоторые седаны больше. У некоторых седанов именно салон изнутри более вместительный. Но качество кожи, качество отделки, панели, навигация, руль, просто комфорт за рулем, это все по высшему разряду. Проблема только с водительским сиденьем, оно уже, конечно, там кожа чуть-чуть потрескалась.
Вот, в остальном салон очень комфортный, перфорированная кожа на всех сиденьях и на задних в том числе, поэтому попка не прилипает так, как прилипает на обычных автомобилях. Вот, поэтому салон однозначно пятерка. Это тоже достоинство даже такого автомобиля, которому уже 12 лет. Вот, в принципе, и все, что я хотел сказать. Надеюсь, что сжато достаточно подал информацию, ту, которую хотел. На полноценный какой-то профессиональный разбор этого автомобиля я не претендую. Я просто рассказал о том, какие у меня эмоции возникли при владении этим автомобилем более 2 лет. Поэтому кому-то, наверное, это будет интересно. Вот, всем удачи. Я постараюсь чаще снимать ролики. Увидимся. Увидимся с вами. Наслаждайтесь видом. На этом все. Если вдруг вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем удачи!